Ложку забыла. Сейчас. О. Гляньте, как джинсы порвались. Я такая на стиле. Всем привет, мои хорошие. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие пирожки. Они внутри с джемом. Также у нас здесь маршмеллоу. Здесь у нас тыква вареная. Я ее просто обожаю, поливаю медом. Получается просто шедеврально, полезно, вкусно. Самое главное, аппетитно. Дальше здесь киви и чай с кружкой ютуба. Не будем томить. Приступим. Рецепт на такие обалденные пирожки. Смотрите, как пух просто. Ой, потекло. Рецепт обязательно будет внизу. Но не сразу, ребят. Я, наверное, не успею смонтировать. Наверное, где-то завтра выложу рецепт. Возможно, вы сразу смотрите это видео, тогда рецепта не будет. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто писал комментарии под видео, отвечаю на хейт. Я почему-то честно думала, что все наоборот будут писать, вот, правильно тебе пишут, ты что, оправдываешься? А нет. Все меня так поддержали, мне прям настолько стало приятно. Ни одного плохого комментария я там не увидела, хотя комментариев было дофига. Особенно было очень много комментариев по поводу того, что Maybelline это нормальная косметика. Кто не смотрел это видео, могу отметить, что мне очень часто пишут, что Айка, у тебя прыщи, потому что ты пользуешься косметикой от Maybelline, Буржуа. Вот если бы ты тоналиком от Dior бы пользовался, у тебя прыщей бы не было. Пользуешься какой-то дешманской косметикой, потом сидишь, жалуешься, что у тебя проблемы с кожей. Ребят, дело не в этом. Прыщи не от этого. У меня прыщи появились. Сейчас не в тему, но я вам расскажу. У меня прыщи появились, когда я в первый раз пошла на чистку. После этого у меня появилась куча высыпаний, которые я начала давить. Поэтому лично я очень боюсь идти на всякие эти чистки. Сейчас у меня лицо прям бархатистое. Обалденное. Все прям проходит благодаря все это ракутану. Меня, честно, раздражают люди, которые топят за люкс и обвиняют тебя, что ты тоже должен тратить свои последние деньги и покупать люксовую косметику, хотя они не знают твой карман, не знают, насколько ты платежеспособен, и называют какую-то косметику дешманской, там, ну, некрасиво. Учитывая, что некоторые составы вообще одинаковые. Некоторые люди просто хотят внушить тебе свое мнение. Хочешь ты этого, не хочешь. Они просто так решили, и все. Кстати, пирожки здесь с джемом. Что-то темновато, да? У нас впервые, можно сказать, где-то за 3-4 года выпал снег в Баку. Представляете? Я захотела пойти поснимать для вас тиктоки. Со снегом. Вы же снег не видели. Но некому. Мама мне предложила, что давай пойдем вместе. Но мне как-то, знаете, неохота мама запрягать по моим делам. Можно, конечно, взять штатив. Но как-то неудобно.
И в такие моменты я реально жалею, что мой брат не рядом, что у меня нету сестренки, которую можно попросить. Ну, хотя не всегда, знаете, братья и сестры помогают, но все равно. Не помогла бы, был бы скандал. Тоже интересно. Вчера Твикс уронил мою кнопку. Вы знаете, наверное, да, Ютуб дарит кнопку. И там появилась небольшая вмятина. Обязательно в Инстаграме вам покажу. Я настолько расстроилась. Для меня эта кнопка — это первая награда в моей жизни. То есть я никогда особо грамот не получала. Даже вот универ закончила, всем давали какое-то похвальное письмо и все дела. Мне его не дали, прикиньте. Вроде училась неплохо. Не дали. В школе вообще за спортивные награды все получали грамоты, вот все, кроме меня. Переехала в Азербайджан, в Баку, здесь тоже ни одной грамоты. И мне вот всегда так хотелось получить хоть какую-то награду. Там, не знаю, кто-то спортом занимался, у них постоянно эти кубки. Я всегда смотрела и в душе думала, блин, как круто. У нас рядом с домом был спортивный магазин. Я даже хотела пойти за свои деньги купить себе эту награду и всем говорить: ой, получила в школе по футболу. Потому что у всех они были. Напишите, пожалуйста, в комментариях, получали ли вы когда-нибудь какую-то награду. Казалось бы, там зеркало и алюминий, но настолько это дорого. Настолько дорого. Во-первых, потому что я долго к этому шла, почти 2 года. Во-вторых, потому что это первая награда. И, в общем, так получилось, что Твиксик там ходил на комоде, нечаянно уронил. И, в общем, когда эта штука летела, я взяла, поймала, ну как-то, наверное, очень неудачно поймала ногтем. То ли я это сделала, не поняла, как это произошло. Но я не стала своего котика ругать, он все равно не поймет. Я просто понимаю, что он нечаянно, он не хотел. Очень полезно. Вареная тыква с медом. Это прям супер полезно. Извиняюсь, что я прям так это руками. Надо было сразу полить медом. Что касается всех остальных моих дел, завтра обязательно собираюсь в гости к Жали. Или послезавтра посмотрим, как карты лягут. И еще я хочу продолжить заниматься уже ли. Хочу классную фигуру. Сидим дома, только и кушаем. Набираем кило. Надо как-то начать заниматься собой. Хотя бы с минималок. Забыла, здесь кусочек остался. Хотя бы просто 2 раза в неделю тренировочки. Все-таки, знаете, тело становится упругим. После того, как я вылечила кожу, у меня просто появилось офигенное желание
краситься, одеваться, следить за собой. Вот я очень хорошо понимаю людей, у кого есть лишний вес. И вот все вокруг говорят: ой, ты даже не красишься. Ой, ты как-то не наряжаешься, не покупаешь себе новую одежду. Вы знаете, когда у меня был лишний вес, у меня абсолютно не было желания что-то себе покупать. И это не значит, что я какая-то свинюшка, безвкусная. Появляется желание как раз-таки ухаживать за собой, совершенствоваться, когда убираешь в себе эти комплексы, которые у тебя засели внутри уже достаточно давно. После того, как я уже живу с нормальной кожей, вот я абсолютно искренне вам говорю, сейчас я могу спокойно без макияжа выйти на улицу. Даже когда я делаю макияж, у меня полно высыпаний, это все видно. Сейчас я делаю макияж, у меня прям ровная, гладкая кожа, обалденная. Не хочу никого подстрекать и пить этот препарат, потому что он действительно очень тяжелый. Обязательно нужно консультироваться с врачом. Просто так с бодуна его пить категорически нельзя. Но надо говорить честно, результат он есть, и он просто поражающий. В общем, до лета хочу себе накачать попу. С лицом ничего менять не хочу. Губы там больше делать, еще что-то. Мне мой косметолог, доктор Найда, вы знаете, я на нее подписана в Инстаграме. Она сказала, что больше губы не надо. Вот так вот гармонично смотрится. То есть человек, знаете, какой, не просто содрать с вас деньги хочет, а действительно с душой относится к каждому клиенту. Каждому пациенту, точнее. В общем, на этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет безумно приятно, если вы поставите лайки и подпишетесь на мой канал. Я очень стараюсь постоянно выкладывать для вас контент, и когда я вижу обратную реакцию, настолько позитивную, мне безумно становится приятно.